Ассаламу алейкум, мусульманы и единоверцы. Начинаю с именем Аллаха. Рамадан месяц – это милость и прощение. В предании говорится, начало его – это милость, середина – это прощение, а конец его – освобождение от ада. Мы не успели моргнуть глазами, как Рамадан уже на исходе. В эти священные дни нам надо всем постараться выстоять на молитвах, совершая хорошие поступки. Вот в эти последние дни Великого Поста нам посчастливилось побывать в гостях у наших единоверцев, собратьев-казахов. В нашей стране национальная принадлежность не очень важную роль играет. И вот эта семья, о которой я вам сегодня рассказываю, хотя они казахи, но всю свою жизнь они прожили здесь, в Кыргызстане. Они уже стали нашими кыргызами. И все обычаи, обряды, и все то, что связано с нашим Кыргызстаном, для них очень близко и всегда радует. И сегодня хозяин дома Советбай Абибеков поздравил всех мусульман с совершением священного месяца Рамадан. Салам алейкум, мусульмане. Мы, проживающие казахи в Кыргызстане, соблюдаем этот священный месяц Рамазан. В семье у меня держит супруга, две дочери держат уразу. И вот поэтому каждый день мы ездим по своим родным, справляем вот этот Авзашар. Я всех поздравляю кыргызстанцев с наступающим месяцем Рамазан, Рамазан Айты. Всем желаю здоровья в Кыргызстане, чтобы было спокойствие, всем богатства, здоровья. Своим гостеприимством и радушием хозяйка дома Назриче встретила нас. Основными приоритетами в этой семье является правильное воспитание детей. Все дети, которые выросли в этой семье, имеют высшее образование. Чуть-чуть хочется рассказать о сыне Телеке. Этот джигит – гордость нашей страны, который всегда себя отдает спорту. Он занимается борьбой. Трехкратный чемпион в Бишкеке. Двухкратный серебряный призер Кыргызстана. Трехкратный бронзовый призер международных игр в Казахстане. Телек – патриот нашей страны. Ему никогда не было важным, не столь важным получить какие-то денежные вознаграждения, хотя ему ни разу предлагали достаточно хорошую сумму денег другие страны. Но тем не менее, он действительно остается патриотом своей страны Кыргызстан. Ассаламу алейкум. Я поздравляю всех кыргызстанцев с наступающим священным днем Рамазан. И я кыргызский спортсмен – по дзюдо. Готовимся к Кубку Азии, который пройдет в Чолпан-Ате на Исыкуле 24 июня. И я хочу пожелать всем кыргызстанцам, спортсменам удачи и также зарубежным странам. Да победит сильнейший, и пусть победит сильнейший. И больше медалей Кыргызстану. Будем стараться со всех сил. Всем женщинам, которые готовят для нас на ифтар, да будет доволен имя Аллах. Сегодня хозяйка дома Назира Эче с дочерьми приготовили казахские национальные блюда. Салам алейкум, мусульман елим. Поздравляю вас всех с урозо рамаданным месяцем. Вся наша семья держит урозо, это великий пост, который достался нам от предков. Мой дедушка, мой прадедушка был великим молдо. Он пешком ходил хадж. И я уже с детства помню, это был прадед, я его не помню, прадедушку, а дедушку я помню. Дедушка всегда держал урозо. И вот это вот воспоминание, это как бы обязанность каждого мусульманина держать урозо, передалось и нашим семьям. Каждый день на ифтар мы приглашаем родственников, сами сидим и стараемся приготовить что-нибудь очень вкусное. На сегодняшний день мы вот тоже приготовили на ифтар самсы, рыбу. Рыбу у нас семья большая и очень любят все рыбу. Блинчики из печени, языки и, конечно, традиционные наши баурсаки.
Стол был накрыт в самых лучших традициях мусульманства. Как говорится в исламе, прекрасный ифтар верующего – это финики. И наши друзья-казахи тоже не исключение. Они тоже, следуя всем правилам, начинают прием пищи с фиником. Амин. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Ва ла акибату лил муттакин. Ассаляту ва саляму аля расулихи Мухаммад. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Я жаратан Аллах, осы хасиеты, охуган Кур'ан, пайда болон сабын, иншаллах, фисса билиллах. Багыштадык бузын пайгамбар Мухаммад Мустафа, саллиллаху алейхи ва сарахнаха баштадык. Роббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасанатан, ва кина азабан нар. Ла илаха илля Аллаху, настагфируллах, насалюка ль-джанната, ва наузу бика миннан нар, я архамар рахимин. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر أفأدك يناها الله الله عالم تادشاها الله الله И сегодня гости этой семьи тоже поздравили всех мусульман со священным постом Рамадан. Ассаламу алейкум, мусульман кавам. Мына бүгүнгү оразаларыңыз кабыл болсун. Бүгүн мына Абибектер аудети, Кыргызстанда казактар ораза тутат. Кызымыз устайт, немеремиз, кызымыз устайт. Бәрибизде. Но энди сол наурыздары кабыл болсун. Алланың шапағаты дейсен, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, бүт осы Қырғызстан халқына осы ораза несімен құттықтаймыз. Мына ұстаған оразамыз қабыл болсын, халқымызға тыныштық болсын. Мына қырғыз-қазақ бір туған дейді, бәріміз аман болайық. Ынтымақты болайық. Ринат, что для вас значит священный месяц Рамадан? И какое следует за это вознаграждение? Сейчас, как вы знаете, сейчас идет месяц священный Рамадан. Для каждого мусульманина это фарз, да? Один из пяти фарзов, который Аллах нам установил, чтобы мы его выполняли. И многие все мусульмане мира ждут нетерпеливо, да, этот месяц. Как в хадисе приводится, если бы люди бы знали, бы, что какие награды за этот месяц Рамазан, то они бы попросили бы Аллаха, чтобы Аллах сделал целый год, чтобы мы держали этот Рамазан месяц. Но так как Аллах говорит, 11 месяцев это для вас, а один месяц это мой, говорит. И так что, иншаллах, ради довольства Аллаха держим этот священный месяц. Ассаламу алейкум, мусульмане Кыргызстана. Я поздравляю всех мусульман с окончанием месяца Рамадан. Всем желаю здоровья, ну, чтобы было все в Кыргызстане, чтобы было в мире, жил, достатки. Родной брат Совета Абибекова, Казахбай ага, тоже поздравил всех мусульман священным постом Рамадан. Этот священный месяц Рамазан мы своими родными всегда проводим эти дни. Этот священный день для всех мусульман, для нас, это священное дело. Поэтому родными вместе всегда, каждый день приглашаем своих родных, друзей, соседей и встречаем этот день. Всем кыргызстанцам поздравить праздником, этим священным днем. Желаю всем здоровья, чистого неба над головой, богатства. Дай Бог всем здоровья. Akşam hem sabahlarımız Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
Тому, кто во время Рамадана будет поститься на награду Аллаха, простится все его прежние грехи. Пусть Аллах простит все наши грехи. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху.